Человек с никнеймом Бангл. Спасибо большое за донат. Лайв — главный хит первого альбома и затем инди-кавер. Написано в донате. Небольшая объяснялочка. Thank you for coming to the Bizarre Festival. 2000 год. The only place where 9,000 bands can play, and none of them are good. У него типа сразу уже сам даже тембр из-за голоса такой, видите, на любителя, типа. То есть какая-то такая у него интонация, типа, хз. Не такая, типа, что «Добро пожаловать! Ну чё, ебать, Бизар, как ваше настроение?» То есть нет такого, типа, вот типичного вот этого, да, короче, как рок-н-ролльщики там со сцены, типа, с такими интонациями. Болтают? Вот. Как-то наверещал слишком. Прикиньте, докопался до того, как объявлял песню. Ну, сука, ну, типа, на самом деле уже же понятно, какой у человека просто сам голос. Бангл, я, понятно, знаю группу, конечно. Их слушать интересно. Если слышишь детали музла, то интересно. Так. Нравится ли мне при этом? Нет. На вкус мне не очень. Качает при этом. Видео нет. Видео так и должно быть, да, потому что... Ну, то, типа, тут... Судя по каким-то предлагалкам, типа, авторские права могут, ну, короче, прижучить. Поэтому... Да. Картинку сделали, чтобы она была такая. Все типа в париках с косичками, что ли? Ну, несколько чуваков точно. Ну, короче, челы и в музыке долбанутые, типа, и судя по всему, и, ну, и в целом. Вот, но еще раз, хорошо, что эта долбанутость проявляется не просто в, ну, типа, не просто в страдании хернёй, а в страдании хернёй вместе с интересной музыкой. Тоже как... Да-да-да. Как иронию какую-то можно воспринимать. Базз Осборн? Насчет чего? В чем вопрос? Мне нравится. Сейчас тур нет. Мне Праймус нравится, вот, например, из... таких фанко-долбанутых рокеров. Скорее за стула. Ну, это не тур будет, но в целом онлайн-концерты, да, прекрасно можно проводить, не сходя с этого стула. С акустической гитаркой просто вылезти. Гонорар будет, кстати, примерно такой. Пока что-то неохота. Бас Осборн нормальный. Блин, ну База Осборн — это на самом деле просто прическа и все. Как будто, разве нет?
присутствует. Ну, вот, например, вот ход идет вот этот. Вот его супер так как-то про Траволту. Ну да, наверное, называется Траволта, типа. Забавно. С документалки. ХЗ какие, смотря, наверное. Короче, для меня главный минус Мистер Бангла в том, что при том, что у них все, конечно, очень интересно, но у них нет какого-то... Постоянно нет мелодически прикольных ходов. То есть вот они вот все время вот какую-нибудь именно вот тритоновую срань навести, сделать именно вот... Не супер музыкальные какие-то штуки, а... Вот этот момент прикольный, он вот, барабанщик тут хорошо очень играет. То есть вот он делает тихий момент этот раз. То есть как-то гитания здесь да клево работает. Эта часть. Типа ХЗ, решения крутые, материал мне не нравится вообще. Let me see that greasy burst, you fat fuck. Примочки голосом. Ну, он издает просто звук, скорее всего, просто ртом, и плюс у него идет потом, ну, дилей, просто эхо, которое повторяет его голос. То есть, я так думаю, тут даже не то, чтобы есть какие-то... Какие-то более замороченные идеи. То есть, просто, на, ну, есть несколько эффектов, да, на микрофоне. Типа... Ща. Что-нибудь такое сделать? Только... Не, коротко. Ну, допустим, так. Типа, ну, я не знаю, мне кажется, просто примерно так. То есть он, конечно, какие-то звуки издал более прикольные, чем я сейчас издал, да? Но, грубо говоря, просто вот так вот, пара эффектов и все. Где-то вот эти вот, где уже... Кричащие, где он эти звуки издавал? Раньше, да, в Нагитане в этом? Это гитарка? Блять, где она? Ладно, похрен, слушаем пока. Да, почти правильно. Thank you.
То есть, типа, не знаю, мне кажется, что он тут просто ртом все издавал, что все здесь было. Помимо дилея, реверба ничего особо нет. Ну, типа, разве что... Это, скорее всего, просто вот он... Там, типа, свистковый какой-то регистр, еще что-то. Ну, типа, то есть о чем мы речь, да? Исполнительские гигапрофики. Из-за этого, да-да-да, это, скорее всего, просто... Там что-то вот, ну... Я не знаю, как это делается. Видео с Open Air, где люди просто... Как будто да. С другой стороны, да, для такого это, наверное, идеальная музыка. Так, надо, наверное, год взять сейчас. Еще отвлечься ненадолго на кое-что. Спасибо большое за донат. Ну, вот... Чисто как будто из-за того, что... Есть все, что угодно, кроме чего-то гармонического. Вот, блин. Ну, куда... Без каких-нибудь пары аккордов-то хотя бы прикольных. Как-то переходящих. Ну, то есть они именно... Тут вся гармония, вот эта вот напряжная какая-то такая... И слишком неструктурированно, как-то рандомно сочетающаяся, да? То есть даже взять тех же Primus, вот, например, у них постоянно тоже именно абстрактные довольно по мелодике ходы. Но мне нравится, что типа и детальность, допустим, барабанами там какая-то есть супер клево насыщенная. И в целом какая-то логика просто вот она есть в этой песне. В том, как идет это музло. И вот это, в принципе, даже более-менее... Хотя бы какая-то тоже... Такая злая, но это ход какой-то, типа... Гармонический, да, именно? Вот, а... Ну, типа, как будто вот у Бангла постоянно слишком какая-то лютая дичь вообще. То есть слишком вот... Не... Как объяснить? С одной стороны, это же... Ну, то есть у них не то чтобы какая-то супер прогрессивная музыка, но у них вот постоянно какие-то... Они как вот чередуют какие-то по форме, блядь, простые типа вещи хз со сложными... По исполнению. И при этом эти простые штуки, они вот... Сейчас попробую объяснить. У них как будто вот идет недолго какой-нибудь кусок песни, рандомный. Вот сейчас мотаем. В отрыве от песни отстой какой-то полный. Мотнем в другую часть. Ну, так прикольно, но типа, ну, это по сути ни о чем. Вот, то есть, оно тоже вот само по себе, нет такого, что оно само по себе как-то звучит, допустим, как что-то, в чем есть какая-то... Вот хз, как это даже назвать правильно. А тут, типа, как будто врубишь рандомный трек, в рандомный кусок. Все, ты понял, что здесь как минимум какой-то, какая-то часть паттерна, которая повторяется, какая-то ритмика. Я не говорю, что мне обязательно нужно, чтобы все повторялось. Я говорю, что нужно, чтобы какое-то, блядь, ядро, что ли, хуй знает, было. Это, я просто не знаю, какими словами это описать. Но вот у мистера Бангла этого нет. К сожалению, здесь вот очень... К своему стыду реально не знаю, какими словами объяснить, что... То я имею в виду. Постарался как мог.